Здравствуйте. Тема процесса коксования. Назначение процесса коксования нефтяного сырья. Производство крупнокускового нефтяного кокса, который применяется в производстве анодной массы, обожженных анодов для алюминиевых промышленностей, графитированных электродов, при изготовлении конструкционных материалов, производстве цветных металлов, кремния и другие. Общие сведения о процессе коксования нефтяного сырья. Среди термических процессов в нашей стране Сарипужон получил процесс медленного коксования, который позволяет перерабатывать самые различные тяжелых нефтяных остатков с выработки продуктов, находящих применение в различных отраслях. На Омском нефтяном производственном заводах перерабатывающих заводах действует УЗК, производительность более 600 тысяч тонн. С правой стороны на рисунке показано нефтяной кокс. Это внешний вид. На данном слайде показано Омского нефтяного перерабатывающего завода для установки и производства. Нефть поступает дальше катализатором производства, то есть бреки, сульфонатные присадки, литиевые смазки, газы, ароматика, керосин, бензины, есть топливо, масла, котельное топливо, битум и кокс. Характеристика сырья процесса коксования. В общем случае сырье являются мазуты, кутроны, остатки производства в массе, это асфальт и экстракты, остатки термокаталитических процессов, тяжелая смола, пиролиза, крекинг остатки, тяжелый газоль каталитического крекинга. На Омском заводе коксованию подвергается кутрон, полученный на установке АБТ, АБТ-10 из 01 КТ-1-1. Тяжелый газоль секси с 200 КТ, фракция 310-420 градусов Цельсия, и фракция выше 420 градусов Цельсия, и их смесь, или их смесь. Далее. Технологические оформления процесса коксования различают следующие технологии коксования. Значит, замедленное коксование, установки УЗК, это наиболее распространено. Периодические коксования в кубах, малая производительность. Коксование псевдожирного слоя порошкообразного кокса, ну, в основном для получения газа и жидких дистиллятов. На этом слайде показана принципиальная схема установки замедленного коксования нефтяного сырья. Нагрето в печах P1, P2, сырье 1 поступает в нижнюю часть верификационной колонны К1 и на верхнюю каскадную тарелку. В схеме показано, подаются пары продуктов коксования из коксовых камер. Вот коксовые камеры здесь показаны и печень для нагрева сырья.
Есть консольные колонны, вот стрелками показаны и пары продуктов коксования. Далее обогащенные рицу циркулята и дополнительно клетое сырье снизу. К1 поступает в реакционные смеси кипящей, а затем камеры коксования. На установке имеются 4 камеры, работающие попарно. Сырье из П2 подается в коксовую камеру. П2 или П1, П3 или П4. Коксовые камеры. Печи для нагрева сырья. Там в таком виде показано. Дальше принципиальная схема установки замедленного коксования нефтяного сырья. В верхней части К1 происходит разделение продуктов коксования на фракции. Сверху К1 уходит газ пары бензина. Видите, боковых погонах опирает грозой и фракции. Верхний продукт К1 в газоаспираторе Е1 разделяет на газ и бензин, которые самостоятельными бутылками направляются в газовый блок. Разделяют здесь газы и пары бензина и боковые погоны. Ну, здесь первый, значит, сырье, второе показано, значит, сухой газ, третий колонка стабилизации и так далее. Боковые погоны К1 поступает в секции отборной колонны К2, где их удаляют легкие фракции, а затем выходят с этого, с колонны. Вот отборная колонна, газовая камера. Технологический цикл работы газовой камеры. Реакционные камеры работают по циклу реакция, охлаждение кокса, выгрузка кокса, разогрев камеры и так далее. Кокс из камеры удаляют при помощи гидравлических резки подачи струи воды под высоким давлением. Удаленный газ камеры кокс подают в дробилку, где измельчается на куски размером не более 150 миллиметров. Ну, здесь со стрелками, да, показан процесс. Технологический цикл работы коксовых камер. Раздробленный кокс обезвоживается и подается на грохот, с помощью которого сортируется на фракции 150, 25, 25, 6, 6, 0 мм. Камеры, из которых выгружен кокс, опрессовываются и подогревают острым водяным паром и горячими продуктами коксования из работающей камеры. Затем камера переключается на режим реакции. Реакция, охлаждение кокса, выгрузка кокса, разогрев камеры, дробилка, грохот. Так, технологический режим процесса коксования. Значит, температура на входе К1 370-375 градусов Цельсия.
температуры на выходе из К1 380-400 градусов Цельсия. Температура сырья на входе P1-P4 480-520 градусов Цельсия. Далее. Температура продукта коксования на выходе из P1-P4 составляет 420-430 градусов Цельсия. Давление в коксовых камерах, значит, 1,761 составляет. Давление воды на резку кокса составляет 150. Материальный баланс установки замедленного коксования. Сырье. Значит, 100, сырье 1 кутрон, сырье 2 крекинг остата. Вставляем по 100. Углеводородный газ 5,9, 5,0. Головка стабилизации 2,7, 2,2. Бензин. Начало кипения 180 градусов. Да? Вставляет кутроны 13,0 и 5,5. На сыре 2. Легкий газоль 28,5 и 25,8. Тяжелый газоль 25,9 и 28,5. Кокс фракция выше 25 миллиметров. Сырье 1, 10. Сырье 2, 11,8. Фракция ниже 25 миллиметров. Сырье 1, 14. Сырье 2, 22,2. Продукты коксования и направление их использования. Кроме кокса, на ОЗСК получают газы, используются в качестве технологического топлива или получения пропан-бутановой фракции на ГФО. Бензиновую фракцию, это 5,16% составляет, невысокое октановое число, низкая химическая стабильность, высокое содержание серы. Коксовые, значит, газойливые дистилляты используются в качестве компонентов дизельного топлива, сырья, каталитического и гидрокрекинга и так далее. Основные показатели качества. Нефтяных коксов, значит, содержание серы, содержание золы, содержание летучих веществ, гранулометрический состав, пористость, истинная плотность, механическая прочность и микроструктура. Классификация нефтяных коксов. По содержанию серы: малосернистые до 1%, среднесернистые до 1,5%, сернистые до 4%, высокосернистые выше 4%. По гранулометрическому составу: пусковые свыше 25 мм, орешек 8,25 мм и мелочь менее 8 мм. На этом заканчиваем занятие. Спасибо за внимание.